Профилактика правонарушений на дорогах в центре постоянного внимания сотрудников госавтоинспекции. Ведь важнее предупредить развитие негативного сценария, нежели столкнуться с его последствиями. Рейды «Пешеход и нетрезвый водитель» проводятся регулярно. Очередную тематическую акцию в Видном организовали в субботний выходной. Движение в такие дни наиболее интенсивное, чем в будни. Да и соблазн сесть за руль после дружеских встреч со спиртными напитками гораздо выше. В выходные праздничные люди едут отдыхать, выпивают, отдыхают, и кого-то тянет сесть за руль. Все нарушения, которые мы выявляем самостоятельно, мы направляем в территориальное отделение ГИБДД для дальнейшего составления протокола в отношении данных лиц, которые нарушают правила движения. Полицейские активисты проверили, насколько люди проинформированы о последствиях управления транспортными средствами в состоянии опьянения, обратив внимание не только на административную и уголовную ответственность, но и на то, что халатное отношение может стоить человеческой жизни. Поэтому во избежание необратимых последствий рекомендовали выбирать альтернативный способ передвижения после приема даже незначительного количества алкоголя. И водителям, и пешеходам раздавали листовки с важной для каждого участника дорожного движения информацией. В нетрезвом состоянии садиться за руль – это очень опасно, потому что пешеходы тоже разные бывают. Кто-то пробежит на красный там свет. Вело, мототранспорт, а также средства индивидуальной мобильности по статистике создают самые высокие риски на дорогах как для тех, кто управляет двухколесной техникой, так и для пешеходов. Стражи правопорядка напомнили об обязательном использовании шлема и защитной амуниции, соблюдении допустимого скоростного режима и дистанции. Я всегда ответственно к этому отношусь, и это очень важно для жизни, здоровья нынешнего и будущего поколения. Такой диалог работает на безопасность. А положительная статистика зависит от законопослушных, грамотных, вежливых и культурных участников дорожного движения. Тамара Обидова, Юлия Погосян, Кирилл Иванов, Ольга Садовская. Видное ТВ.